Я хочу поздравить молодоженов и сказать, что Саше очень и очень повезло. Мы с Танюшкой знакомы давно, и меня всегда восхищала ее красота и невероятная элегантность. Когда мы выбирались куда-то вместе, именно я была той самой страшной подружкой. С Якушевым мы познакомились недавно, в суде. Дело в том, что они украли у меня передачу. «Большой вопрос» она у них называется. У меня, главное, QI, а у них IQ-мористическое шоу. Ну, ни стыда, ни совести. А мне Якушев говорит: «Ты посмотри пару выпусков, у нас же все совсем по-другому». Ну, я посмотрел. Действительно по-другому. У меня же ни бармена нет, ни диджея этого придурочного. Короче, я отзываю иск, и пусть это будет моим подарком на вашу свадьбу. Я очень-очень завидую Саше. Таня просто обалденная. Мы встречались какое-то время, я даже делал ей предложение, но она выбрала Якушева. Не знаю, наверное, это из-за его идеального рельефного тела. Я очень-очень завидую Тане. Сашка просто офигительный. Я так долго за ним ухаживал и даже делал предложение, но он выбрал Таню. Даже не знаю почему. Наверное, это из-за ее сексуального рязанского акцента. Я желаю Танюшке и ее избраннику большого счастья. Но слушай меня внимательно, Якушев. Если ты хоть когда-нибудь, хоть раз обидишь Танюшку, будешь иметь дело со мной. Понял? Да. Помню ее ребенком. Совсем крошечный. А сейчас уже невеста. Даже уже жена. Извините. Меня только вот что расстраивает. Всех на свадьбу позвали, всех. А меня почему-то... Дорогие Саша и Таня, я очень волнуюсь. Поэтому буду читать по бумажке. Пусть солнце, мир, любовь и дети вам будут радостью большой. Живите в мире и согласии до вашей свадьбы золотой. Значит, пишет мне Якуш в Фейсбуке. Говорит, на митинг надо идти, на марш несогласных. Я спрашиваю, зачем? Он говорит, нужно показать этой власти, что мы есть, и нас много. Нужно, говорит, ломать эту систему, пока система не сломала нас. Потому что, говорит, судьба России в наших руках. Давай, говорит, собирайся. Ну, я собрался. А он перед самым митингом звонит и говорит, не пойду. Я спрашиваю, почему? А он говорит, стем надо казахам писать. Стем! Казахам. То есть стем Казахстана оказался важнее судьбы России. А потом говорит, надо еще мурманскую коп написать, визитку киргизам сбить, физтеху с домашкой помочь и к Кембриджу на часок заехать. Получается, несогласный в Фейсбуке, в жизни на все согласен. Ой, я не могу. Ну а если серьезно, поздравляю новобрачных. Желаю счастья, здоровья, любви, гармонии. Ну и чтобы в жизни у вас все было пучком. Пучком, как Чупчик у Якушева. Я тебя украл у родителей. Я тебя украл у подруг, чтоб уже ни с кем не делить тебя и не отпускать поутру. Я тебя украл у родителей. Я тебя украл.
уже не скажешь.